Так, ну чё, вот у меня созрело два пивосика. Это у нас Курск. Розан 31.08. Буква К. Ну а это у нас на кастинг Мал. Кастинг Малдинг. Короче, импортный сол. Бельгийский, по-моему. Надо попробовать, что у нас вкуснее. Так, не перепутать. Так, на это скользко. Так, поставлю крышечки. А это у нас бельгийский солод. Ну, бельгийского кого-то пенка получше. Мне не кажется. Да, тоже пенка. По газированности одинаковый, попробуй. Вот так вот. Коричневая крышечка. А я с Бельгии начну. Да, далеко. Отличие есть? Не отличаются. Тут более спокойный запах, более чистый. У этого аромат какой-то. Столь более грубый, соловый такой. Даже понюхал в стакане. Вот бельгийский он как бы пивом чисто пахнет. А этот такой более грубый запах. Может, как будто поярче хочешь, что ли? Это какой ты пьешь? Бельгийский. Поярче, может? Как будто хмелевый. Мне, если честно, кажется, они не особо отличаются чем-то. Ну, нет, прям такой разницы. Пиво, конечно, немножко разное. Есть немножко небольшие отличия, но я бы не сказал, что есть разница между Бельгией и Курском. Что прям вот вау, импортный солод. Да, бельгийский просто он более-менее такой, более чистый, и пиво какое-то более, точнее, менее выраженный вкус. Более пивной. А здесь более солодовый все-таки такой, более грубый какой-то. Но оба сорта пива замечательные. Ну и по цвету. Курский чуть-чуть потемнее. Бельгийский чуть посветлее.